Добрый день, мои дорогие любители вязания. В первых видеокадрах вы видели, я бы сказала, что это жакет, связан вот таким вот узором. Я как бы... Узор это достаточно часто встречается, да? Но почему-то именно в этом жакете я обратила на него внимание, когда вот связала, как вы видите, это тонкая нитка в 100 граммах, 500, по-моему, метров. Или, может, 550, где-то так, смотрится очень и очень даже интересно. Он достаточно плотный, да, то есть мы можем с вами использовать его как для летних платьев, так и для зимних вещей, в зависимости от того, какую мы ниточку с вами подберем. Вяжется он просто, смотрится красиво, да, у нас с вами есть для вот именно кому понравится жакет, полностью есть схемы, которые позволяют нам сделать увеличение, допустим, для проймы, сокращение, то есть для горловины. Все есть эти схемы, я выложу, и вы сможете этим воспользоваться. Ну, а сегодня мы с вами просто разберем вот этот узор. Он, по-моему, и с одной, и с другой стороны смотрится одинаково. Вязать я сейчас буду с более толстой нитки. Раппорт нашего узора составляет 12 петель. У меня набрано 12, и мы с вами сейчас отработаем эту схему. В любом случае, нам нужно с вами сделать одну воздушную петельку, вернуться и связать пару рядов столбиками без накида, для того, чтобы на вот этом вот основании, как предлагается нам в кофте, это будет в виде, оно смотрится в виде резинки, да, чтобы не узор начинался вот с некой такой основы. Поэтому я вяжу первый и второй ряд именно столбиками без накида. Связали мы с вами два ряда столбиками без накида. И теперь на вот этом основании будем вязать узор с точки 1, 2, 3. Пропускаем, это у нас как бы столбик, пропускаем два столбика, заходим в третий, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. 2 пропустили, в третий столбик без накида. И вот так вот у нас получается с вами первый ряд арочки через 2 воздушных петли в третий. Связали мы с вами этот ряд. В нашем образце должно получиться 6 арок. Повернули вязание. 1. Подтянуть надо лучше там. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим под первую арку и вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. Заходим под арку. Столбик без накида. Теперь я делаю накид, захожу между двумя арками, у нас есть с вами столбик без накида, и в него вяжем 3 столбика. Вот так. И соединяем, прикрепляем наш столбик к арочке. Теперь у нас идет с вами арки. 1, 2, 3 под арку. 1, 2, 3 под арку. 1, 2, 3. Вот наша последняя арка. Но я делаю еще накид. И вот здесь у нас с вами был как бы столбик. Мы в него с вами вяжем не 3, а 2 столбика. С одним накидом, ну, как бы выравниваем и ряд, и узор. Вот так. Вот у нас получается веер вот, и вот половинка веера. Если бы у нас был дальше, значит, мы с вами вязали бы 3, опять по 3 арки. Вот как здесь, да? И поворачиваем вязание. 1,
два, три столбик. И в этот же столбик я вяжу еще один. То есть в данном ряду, в каждый столбик нижнего ряда мы будем вязать с вами по 2 столбика с одним накидом. И, конечно, присоединяем его к арке. 1, 2, 3. Заходим под арочку, столбик без накида. 1, 2, 3. Следующий столбик. Смотрим. Вот у нас идет веер. Вот столбик. То есть тут напрашивается сделать накид. Зайти в первый же столбик нашего веера. Вот так и связать. В первый столбик 2. Во второй столбик 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. И, конечно, в третий столбик тоже 2. И присоединить к арке. Теперь 1, 2, 3. Заходим вот как бы в третью петельку. Я вяжу столбик без накида. Таким образом, видите, мы с вами связали. Вот у нас получается полностью раппорт, это половинка. Далее поворачиваем вязание. И 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим под арку. Столбик без накида. Дальше по ходу движения у нас с вами веер. Теперь мы опять-таки в каждый столбик нижнего ряда вяжем по 2. Мы помним, что у нас там с вами 6 столбиков, то есть в этом ряду у нас должно быть 12 столбиков. В каждый столбик вершинку вяжем по 2 столбика. Следующий. Смотрим. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбиков есть, и мы присоединяемся к арке, идущей по ходу движения. 1, 2, 3. Заходим под арку в столбик без накида. И на пути у нас с вами опять веер. И опять в этот веер, в каждый столбик нижнего ряда вяжем по 2 столбика с одним накидом. В последний, вот наш полувеер, мы с вами сюда вязали вниз 1, 2, 3, 4 столбика. По идее, если в каждый, то должно быть 8, но у нас здесь должно быть 6 столбиков, для того, чтобы сильно не выдвигался наш узор. Поэтому я в последнюю третью петлю подъема пропускаю один столбик, свяжу 2 столбика, и в итоге у нас получится с вами 6 столбиков с одним накидом. Тогда край более ровный. У меня вот был такой вариант, видите, край получается неровным. Теперь мы с вами поворачиваем наше вязание и 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Вот наши столбики. То есть мы с вами должны между как бы то ли в третий столбик, то ли между третьим и четвертым, вот должны связать столбик без накида. 1, 2, 3. Вот наша арка. Мы заходим под нее. Столбик без накида. 1, 2, 3. Давайте будем вязать вот 1, 2, 3. Ну, можно даже между третьим и четвертым, или в третий получается, вколоть крючок и связать столбик без накида. 1, 2, 3.
Тут у нас опять-таки 12 столбиков, да? Мы с вами связали 1, 2, 3, 4, 5, 6. Половина, да, между шестым и седьмым. Столбик без накида. 1, 2, 3. От края тоже можно просчитать 3 и связать столбик без накида. 1, 2, 3. Мы переходим дальше под наши арки. Столбик без накида. Таким образом мы с вами вяжем просто ряд арочками. То есть он напоминает нам первый ряд. Но так как у нас идет расположение в шахматном порядке, да, теперь поворачиваем вязание и будем разбивать следующие наши веера. А так как вот это у нас половинка раппорта, значит, поэтому вот с этой точки у нас должен формироваться новый веер. С этой точки я и вяжу. 1, 2, 3, накид, столбик захожу нижнего ряда и вяжу еще 2 столбика с одним накидом и соединяю его под арку. Вот так. Теперь 1, 2, 3. Ну, как мы с вами вяжем второй ряд, только разбиваем в шахматном, да? 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Вот следующая арка. И смотрим. Вот наш столбик без накида, в который сейчас должны связать 3 столбика. Начало нашего веера. 1, 2 и вот 3. Повернули мы с вами вязание. И теперь 1 воздушная петля. И в этот столбик можно сделать столбик с одним накидом. Или же мы вяжем 4 воздушных петли. И помним о том, что первая петля у нас будет как бы столбик. Ну, я не буду попадать. Первая. И еще 1, 2, 3. Зашла вот под эту арку. Связала столбик без накида. Вот так. На нашем пути веер. Накид. Каждый столбик вяжем по 2 столбика. В итоге было 3, станет 6 столбиков с одним накидом. 6 столбиков у нас с вами есть. Закрепились под арочку. 1, 2, 3. Закрепились под арочку. 1, 2, 3. Вот эта арка. Далее у нас идет веер. В этот веер мы вяжем с вами не 6, а свяжем 4 столбика. То есть в первый можно связать 2. И в последние петли подъема вершинку тоже можно связать 2 столбика. Так, чтобы выровнять ряд, и он у нас не расширялся. 1 и 2. Повернули вязание. Вот здесь мы с вами свяжем 6 столбиков. То есть я связала 3 петельки подъема, зашла во второй столбик. И в эти 2 мы вяжем по 2. То есть в итоге будет 6. Вот так. И в последний тоже 2. 1 и 2. Конечно, закрепляемся под арочкой. Что у нас остается? Арка из 3 петель. Как вы понимаете, я просто все повторяю, но в шахматном порядке. Вот наши столбики. Здесь у нас полный веер. Поэтому из 6 мы с вами вяжем 12 столбиков с одним накидом. 12 столбиков связала. Закрепились под арку. 1 воздушная петелька, накид и заходим в вершину, вяжем столбик с одним
накидом. То есть мы как бы в центре арки, да? Вы знаете, смотрится не только с тонкой ниточки хорошо, очень красиво смотрится и с толстой нитки этот узор. Теперь повернули вязание, и мы сейчас с вами будем разбивать для нового раппорта высоту. Это у нас вот закончился этот раппорт. Теперь мы делаем вот эти вот арки. 1, 2, 3, 4. Ищем 1, 2, 3. Вот между 3 и 4. 1, 2, 3. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? Вот здесь вот мы с вами заходим. Столбик без накида. 1, 2, 3. Смотрим с этой стороны. Вот 1, 2, 3. Между 3 и 4. 1, 2, 3. Под эту арку. 1, 2, 3. Сюда. И 1, 2, 3. Заходим как бы в вершину и столбик без накида. Вот мы с вами разбили для следующего раппорта высоту. Теперь мы поворачиваем и можем повторять все с первого ряда. Вот такой вот, скажем, несложный узор. Может быть, кому-то и покажется сложным. Даже юбка будет красиво смотреться. Можно придумать расширение его. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а вам творческих успехов и до скорых встреч!